Уважаемый Ильнар Александрович, очень рад вас видеть. В поздний час, но, по-моему, не страшно, будет возможность поговорить не спеша. Знаю, что вы приехали к нам через Киев. Будет возможность рассказать о встречах в украинской столице. Ну и, разумеется, поговорить о наших двухсторонних планах и о планах по дальнейшему углублению интеграционных процессов. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. В этом году подписали мы в Астане договор о создании Евразийского экономического союза. С 1 января он начинает работать. Несмотря на все перипетии, я думаю, мы должны поддерживать эту организацию.